Ну, ребята, разобрали автомобиль. А, что такое? Да, хочу показать. Там с одной стороны стояло, с другой нет, да? С двух сторон. С обоих стояло? Да. Одно новое крыло. Ну, вот одно просто крыло, видимо, меняли недавно. Поэтому. Да, ну, дело в том, что, ребят, вот эта вот фигня, у тебя же там стоит подкрылок, да? То есть туда-назад ничего не летит, там уже есть подкрылок. Но есть и вот такая штука. И смотрите, что эта штука делает. Вот она у вас тут стоит, закрывает и собирает грязь. То есть вот что у вас будет с вашим крылом. Да? Вот эту, просто чтобы нам определить, где нам потом лазером почистить. Ну, песком мы сейчас тут не будем, там мокро на улице, а здесь тем более нет. Ничего страшного. Не, мы ее стекловолокном заделаем. Все, чистите. Сначала снутри, потом снутри. Ноги устали и не могут идти. Как мне быть? Надо ползти. Ветер гонит меня, ветер шепчет. Успей, додумывай мысли, иди поскорей. Мои ноги устали и не могут идти. Как мне быть? Надо ползти. Сейчас пока это у нас сохнет, разведем цинк. Вернее, не сохнет, а пока мы там готовим все это дело. Цинк тяжелый, поэтому хорошо вымешивайте его со дна. Здесь вот неудобная, да, тут никто не спорит, очень неудобная крышка. Почему? Потому что когда мы делали, первые банки были такая обычная крышка, как на грунте, да? 5 банок открылось в посылке, не могли понять, что такое. А на заводе, когда закрывают крышку, все равно воздух немножко попадает, влага. А цинк, у него и прикол, при попадении даже небольшого количества влаги, он вырабатывает водород, естественно, это все распирает. Когда банки начали на прилавке открываться, мы уже задумались. И, ну, то есть сделали такую банку, чтобы такого не было. Даже сейчас бывает, вот видите, здесь дно ровное, да? А бывает, что вот вы банку взяли, она постояла у вас где-то в гараже, вы закрыли, а дно раздулось. Это не то, что у вас как здесь цинку, просто водород собрался, ну, банку расперл. Ничего страшного. А, смотрим, цинк тока по весу разбавляем, да? Ну как? Он жидковатый, но попробуй его на вес банку. Подними. Ну, это литровая банка. Да. Тяжелый. То 70 так. И хватит нам. 170 это отвердителя, сколько нам надо. Отвердитель очень густой, поэтому, ну, сейчас вот он просто вообще свежий. Немножко постоит, он такой будет, как карамелька. Это тоже нормально. Если вообще тяжело проливать, дно банки немножко феном подогрели. Ну и все.
Все, размешали цинк и даете настояться там минут 10, да? Потом добавим разбавителя. Все, давайте пока там обезжириваете детали. Сейчас вот у нас здесь, ну, мало того, что тонкий металл, да, но он сейчас вровень идет. То есть, если мы вот так вот будем заливать, потом сточим это все вровень, возможно, оно отколется. Чтобы этого не произошло, то есть обязательно вот эти все ямки немножко в ту сторону делаем, да. Мельничь пружинит. Немножко туда проваливаем. Тем и интересней. В группе потом будешь показывать раз в полгода, где он там, как оно себя ведет. Прекрасно, зима, пройдет, как раз будет. Да. Зимой тоже реагент нормальный. Зимой их хватает. В Москве, он там постоянно. Естественно, что за такую работу вы будете брать денег. Да, вот тут, несмотря, что у вас ребро, и вы можете форму потерять. Вколачиваем. Мы ее потом лучше выведем. Все, вроде все пробили. Мне не надо. Все, крыло красить. Не, вот здесь вот напылом покрасьте, пожалуйста. Даже не переходиком. Напылом покрасьте, пожалуйста. А что тут только одна дырочка? Чем прикольный цинк, да, то есть, вот мы сейчас почистили два крыла, да, то есть нам их надо обработать, а мы делаем всю машину, да, допустим, то есть, и, ну, сколько у нас там, час-полтора ушло, да, пока мы ездили, пока это, то есть у нас еще куча времени днем, да, мы можем дальше что-то делать, но мы зачистили крылья, у нас открытый металл, нам его нужно перекрыть обязательно. Через какое время? В течение 2 часов. Молодец. В течение 2 часов нам его надо по-любому закрыть, иначе, ну, начнется уже процесс окисления. Цинком не так страшен, ты прям на ржавчину можешь навалить, где-то мы там даже не дочислили чуть, да? Цинк не так страшен, но, ну, допустим, эпоксидником вы должны перекрыть. Вы перекрываете эти крылья, вам нужно помыть пистолет. Если эпоксидник в пистолете застынет, это все, гиблое дело. Можете сразу выкинуть, даже не мыть. Помыли пистолет, перекрыли, допустим, еще акриловым, да, чтобы не протереть. Ну, чтобы потом не заматовывать его, чтобы покрывать акрилом. Чтобы вы могли хорошо заматоваться, не протерев его. Потом чистите еще 2 детали, да, снова наливаете, снова чистите. У вас перерасход идет большой растворителя. Это первое. А второе, что вы никогда точно-точно не разведете эпоксидник. Да, у вас все время будет оставаться. Вдруг хотели поточнее, не доразвели, не хватило, еще разводите. Во второй раз вы переборщили, он остался. То есть вот такая кухня. Цинк, вот вы с утра развели бодейку, блин, да, ну или сколько там вам надо. В пистолете он... часов 12 его можно как бы держать спокойно, ничего с ним не случится. Даже бывает, вот ребята занимаются, остался цинк,
положил его вниз в подвал, где попрохладнее. Он у вас дня 2-3 будет как бы вполне рабочий. Все, смотрите, цинк у нас настоялся сейчас, да? Сейчас мы можем немножко подлить разбавителя для цинка. И этот же разбавитель у нас идет на эпоксидник. Делаем чуть жиже. Доставай соголу 33-00. Все, делаем такой, ну, чуть-чуть гуще базы. Не сильно жидкий, но и не густой. Так, и салфеточку. Вот, то есть вы видите, мы работаем. За соголу я вам говорю. Пистолет на все случаи жизни. Ну, единственное, в банк с ним не сходишь, не ограбишь, ну. Хотя, как вариант, почему нет. Давление тут сильно большое не надо. Вот такое давление делаем. Очень небольшое. И здесь мы уже регулируем. Вот я факел сделал поменьше. У меня на всю открыто. Ну, можно и закрутить, в принципе-то. Чтобы уже не это. Все, сейчас вам надо вот тут вот раз. Тут напылил. Даже сильно. Кто-нибудь возьмите в руки его, поднимите, чтобы удобнее было. Да, вот эту. Такой, что блестящий был, да? Да. Все, и особенно вот эти места, где у вас, ну, наиболее опасные, да? Так, сейчас подождите его. Вот эти места, их все хорошо улить. Ну, те места, которые наиболее подвержены. Мы потом внутри обработаем еще. Сейчас я там, чтобы хорошо попало у нас. Подожди, давай. Сними. Подтеки не делайте. Лучше подтеки не делайте, лучше, ну, два раза пройти сделать. Тут вот я пропустил места примыкания, вот эти места, здесь собирается песок все время. Ну, грязь, да, лед, и оно отколупывает. То есть цинк у тебя, да, цинк у тебя он даст как бы хороший, ну, его содрать тяжело. То есть здесь все время обрабатываешь. Вот эти места примыкания. Вот, допустим, вот нам надо закрасить, да? Когда ты хочешь очень точно что-то сделать, держи двумя пальцами курок. Вот сейчас не нажимай просто, вот видишь, мы воздух пустили, мы далеко держим. Сейчас жмем-жмем, пока у нас туманчик не пойдет. Оп, туманчик пошел, смотрим, не закрашивается, да? Можем сильнее поддуть. Понял? Давай, вот этот край также и тут наверху. Ты когда уже видишь, когда ты уже контролируешь, можешь чуть-чуть под это. Под, да, да. Уже будет удобно, не? А, подсуши просто, да. Сейчас крыло снимите, чтобы ему было удобно. А? Все. Пробочки такие. Да, и стакан тоже неси. Далее перекрываем эпоксидным грунтом. Т.
тоже хорошо вымешиваете. 258 грамм, ну это я налил много, ладно. 258 грамм у нас грунта на весах, да? То есть у нас один к двум. То есть если бы мы разводили один к двум, так же как по объему, сколько бы мы налили бы? Ну, 260, да? 30 и 100, 130 грамм, да? То есть налили бы, и что получилось? Мы бы перелили бы, правильно? То есть здесь нужно учитывать именно объем. Здесь у нас плотность 1,53. Значит, что мы делаем? У кого калькулятор есть? 58. Делим на плотность 1,53. И делим у нас 1 к 2. Значит, делим на 2. 84,3. Да? То есть не 130 грамм мы сейчас будем наливать, а 84,3. То есть вы бы полтора раза переборщили бы отвердитель. А потом, ой, грунта еще полбанки, а где отвердитель? Что-то ОНБ наебывают, блядь, с отвердителем. Да? А потом, а что грунт такой резиновый, блин? А что он растрескался? Что он не трется, да? Говно материал. А то, что ты рукожоп, никто это не понимает. Сколько? 84? Все, он у нас густоватый. Немножко добавляем того же разбавителя, потому что нам толстый слой не нужен. Да и вообще толстый слой его нельзя здесь делать. Снимите ему крыло, чтобы ему удобнее. А, ну, блин, не изляпайтесь только. Здесь-то нам пофигу. Здесь куда достанешь, так и делай. Здесь мы будем антикором. А вот здесь надо будет пролить. Давайте вот это снимем. Чуть-чуть вот так. Угу. Так. Не бойся. Так. Здесь вот как бы на пыльный, вот это такой он тонкий, можешь сделал, и все, и тонким слоем перекрасить. Все, тут сильно много не надо. На 10 минут ждать. Ну, вот такой слой не надо 10 минут ждать. Берем грунт-беркут, акриловый. Смотрите, видите, мы банку как бы ухайдакиваем. То есть, чтобы, ну, нормально налить и, ну, не пачкать банку, можно вот так сделать. Раз. Обнуляем. Нам там много не надо. Это потом и выкинул. 329 грамм. 329 умножить на 17%. Весы, конечно, тут такие. Но лучше чуть-чуть не долить, чем перелить. Ну, на будущее. Так. Стоите, возьмете проявку, Ира, дашь проявку. Ты далеко не отодвигай пистолет, видишь, сушит. Вот сейчас придвинь его ближе, смотри разницу. Видишь, как лег. Все, вверх там не обязательно поливать. Нам вот эту часть полить, внутри не надо. Вот это... И вот это. В один слой, да? А? В один слой. Не, ну весь грунт вылейте, сколько будет. Здесь ты вот уже тратишь не на то. У нас вот где нам слой нужен. Большой. Понял? Да. То есть вот напылили, можешь даже убрать давление, чтобы слой толще навалить.
И так вот, раз. Да, нам жирный слой нужен. Там постольку-поскольку, нам не надо его грунтовать. Наша задача вот здесь сделать эту подушку безопасности, которую мы замотуем. Все, сюда наваливаем. То есть вот навалил, подождали 10 минут, еще сюда навалили. Чтобы основная часть грунта вот в это проблемное место было. Понял? Здесь тоже протрет. Да, понял. Молодец. А тут ты чем будешь грунтовать? Нам вот надо грунтовать. Это нам вообще не надо грунтовать. Вот, вот этот участок, да. Устали и не могут идти, как мне быть? Да.